Привет! Это игра под названием Darksiders. Мы продолжаем. Опять давненько я не играл. Но вроде как не успел забыть управление. Так, куда я направляюсь-то? Мне надо... на новое задание идти. Седьмое. Разложение. Всадники выслеживают демона Белиала, но сперва им придется одолеть его слуг ходоков ужаса. Погнали. Сегодня ходоки ужаса умрут. Ничто не посмеет встать у нас на пути. Давай просто это сделаем. Неважно как. Давай. Давай я буду играть за войну. Так. Так. Ну-ка, враги, идите сюда. Я не могу свою лошадку вызвать. Видимо, нет. Локация выглядит неплохо. И там упыри ходят. Ну-ка, идите сюда, я вас раскидаю. Жалкие чмошники. Привет. Привет. Лошпеды. Ну-ка, пошел прочь. Ну, не надо так психовать, война. Они того не стоят. Это мы берем. Нежить. Количество душ, выпадающих из существ и сундуков, повышается на 5%. А у меня такое уже было. Похожее. Там мне тоже что-то подрезали. Так, я здесь. Давай сбегаем туда. Нет, я могу своего коня вызвать. Вот это все бери. Там у нас тупик. Вас можно замочить. Негодяев таких. Чего вы здесь стоите? Кого караулите? Ой, все, отвалите. Что у нас здесь? Лабиринты сплошные. Монета там еще где-то была. Вот это я так и не умею ломать. Не знаю, когда я научусь. Ну-ка, сдохли быстро. Блин, ты не можешь так взять? Обязательно спускаться. Все, вы меня задолбали. Больше вас бить не буду, пока. Поскакали вот сюда. Вот у нас монета. Монета лодочника. Так, это мы берем. И поскакали. Ой, вот это возьму. Так и быть. Но внизу, по сути, больше уже ничего нет, да? Это мне не сломать. Вот здесь можно, конечно, вроде забраться. Но что это? Может, это портал? Но они по-другому выглядят. Так, вот это берем. Да блин, задолбали, отвали. Они, может, бесконечно здесь лезут? Да, эта штука не работает. Я погнал отсюда. Так. Скакали сюда. Что у нас здесь? Здесь сундук. Победите всех змей в разложении. Что за змеи? Вас очень много, отвалите. Жалкие упыри. Вы мне не нужны. Вон там я монету видел, а здесь сундук. В спину ударил, как крыса, пока я сундук открывал. Ну кто так делает? Никто. Крысы последние. Вы реально не заканчиваетесь или что? Или вас нереально много?
Это вот здесь берется. Бам. Бам, блин. Сейчас все будет. Попытка номер два. Стоп. Ладно, можно продолжать, и война у меня сильнее. Ну, так было всегда. Ничего особенного в этом нет. Здесь есть ящики. Можно их поломать. А какое у меня здесь вообще задание? Найдите вход в подземелье Повелителя Ужасов. Да вызови своего коня, Баклан. Здесь нельзя, видимо, да, призвать? Два ключа у меня нет. У меня один только. Да? Один? Ну так скачем отсюда. Давай. Все, вот. Что ты делаешь? Нам здесь не рады. Мы уходим. Вот здесь мы не были. Что это такое? Они готовы сражаться. Лишь бы нас не пропустить. Ну ладно, сейчас умрете. Погибнете. Как последние лашпеды. Так, это мы берем. Это все ерунда. Ты один остался. Лучше бы ты убегал. Не могу коня вызвать. Гробница воина. Это у нас где по карте? Я здесь уже был? О, здесь можно вызвать коня. Так. Да, я вот здесь был. То есть это в одно место ведет. Но там нам приходилось драться. Странно. Души. Вот здесь монетка есть. Как ее подобрать? Здесь я сундук видел. Надо хоть кого-нибудь добить. Не вставай! Ну, конечно, как он встанет. Ты ему череп проломил. Думаю, даже не стоило его об этом просить, он бы все равно не смог встать. Так, ну, видимо, надо в обход туда добираться. Там вон монеты внизу. Но у меня нет проблем с монетами. Мне бы душ побольше. А ну умри. Ты приговорен. И ты сдох. Супер. Вот это мы все подбираем. Так. Здесь монетка. Туда мы попасть не сможем. Что по карте? Три монетки. Сундук. Это все не важно. Нужны ли мне эти сундуки? Нет, я и так отлично справляюсь. Нужны ли мне эти монетки? Так, а я смогу забраться даже. О, ты жив. Ну тогда я, по сути, ничего и не потерял, взяв их. Ваша смерть приветствует вас! Что как за чмошник? Ты кто такой? Ходок ужаса. А ну, отдыхай. Блин, это уровень, что ли, такой короткий, или что? Или это пред-босс какой-то? Сюда иди. Маленький лох.
Он где, в воздухе, что ли, летает? Опуститься ему не даем. Ну что, не пожалел, что связался с нами? А у этого нет? Блин, у этого не набрано. К сожалению. Так, минус один лох. Надо их всех замочить. По-хорошему. Я хочу вашей крови. Это божья кара. Почему у него голос такой писклявый? Зашибись. Будем прятаться, будем убегать. Если получится. Тихо. Блин, меня отравили, что ли? Что за пузыри такие? Это мы возьмем. Все, теперь можно и рисковать. Потому что война ожил. Так стреляй. Теперь опять надо прятаться. Это все опасно. Хилочку можно выпить. Про хилочки я, как всегда, забыл. Ну, сюда иди. Хилочка. О, можно добить. В могилу. Это мы берем. Так. Война может заблокировать на 25% больше урона, увеличивает силу атаки и силу гнева раздора на 2,5%. Заблокировать... Это имеется в виду так? Ну вот убил я его, и что? Что мне это дало? Непонятно. Ладно, пойдем дальше. С вами я не хочу даже драться. Настроения что-то нет. Вот это можно открыть. Дайте мне еще одного босса, я его тоже порешаю. Вот рычаг. И вообще, я по сути думал, что заверну сюда, возьму вот этот жалкий сундучок и все. Но нет, не все так просто. Ну что вот ты вытворяешь, а, олень? Видимо, он сдох. Это мы берем. Так. Вот здесь монеты где-то должны быть, а где они? В воздухе. То есть откуда-то надо спуститься. А вон там я был? Что это такое? Миленько они тут обустроились. Отлично создали атмосферу ужаса и разложения. Здесь можно что-то обсудить. Эти безмозглые кости подчиняются приказам мерзкого бесхребетного демона. А что не так? Нельзя кончить, как они. Знаю, это наш долг, но все-таки отчасти наша судьба зависит от нас самих. Продолжишь ныть, и я сам из тебя сделаю груду костей. Эй, война! Ты что, пошутил? А... Нет, ты угрожал. Ты сам выбрал такую судьбу. Что проку сомневаться? Не подумай, мне нравится быть сверхмощной машиной смерти, но... Ты не поэтому стал всадником, так? И поэтому тоже. Ты бы и без совета был убийцей. Тогда что тебе от них нужно? Черт, ты глубоко копнул, война. Я впечатлен. И несколько встревожен. Может, поговорим о чувствах в другой раз? Ну да, вас тут лупят. Эти крысы по полной. Все, отвали. Или уничтожить вас, бесхребетных уродов. А то задолбали. А там я все осмотрел, но вроде у меня все собрано. Ничто не отмечено. Никакого предмета. Возможно, стоит найти карту.
где указаны все сокровища, и тогда мне покажут, что я пропустил. Может, я даже решусь вернуться, но это вряд ли. Беседа здесь у нас доступна. Стойте-ка. А она где, наверху? Камень призыва. Где я зашел вообще? Не трогайте меня. Отвалите. Так, вот здесь вход, видимо, да? В подземелье, который мы искали. Так, у войны мы зарядили этого демона. Может, у этого теперь стоит? Тогда следующего босса я вообще очень быстро раскатаю. Погоди, не лезь ко мне. Ну ладно, лучше их убивать. Тьма! Тьмы больше нет. Серьезно, здесь еще один такой скелетик? Это жизнь. Ну отвали. Один из кристаллов активирован, двух не хватает. Да блин, дайте я пойду. Они нужны, чтобы открыть дверь. Видно, кому-то придется их отыскать. Боже, такой бред. Да, знаю, нам. Мне управление отключили, но этот чмошник мог меня лупить. Зашибись. Так логично. Все здоровье мне вынес. Два кристалла еще, да? А что тогда за спуск там был? Что-то дополнительное, наверное. Как всегда. Надо тогда сходить туда. А вон змеи ползут. У меня же было задание змеи уничтожить. А ну идите сюда. Вот это что? О, сокровище, узнаем где. Вот здесь мы что-то упустили. Вот это что такое? Что за значок? Наверное, какой-то переход. Что это такое? Непонятно. Здесь три монетки. Вот здесь сундук с предметами. Ладно. Возможно, я туда вернусь. Посмотрю, что же я упустил. Все, мы это забираем, это принадлежит мне. Так, это ерундовина вот. От карты? Блин, а как туда забраться-то? Наверх. Вот здесь никаких подъемов я не вижу. Почему я не могу везде вызывать своего коня? Это было бы так удобно. Здесь у нас... Что это? Так, а вот это давай откроем. Выходим мы в разных местах в итоге. Это все, скорее всего, надо поджечь или что? Или здесь что-то новенькое нужно проделать? Что-то непонятненькое. А вот зажглась. Почему она загорелась? Это стоя на кнопке. Воу. Я это еще ни разу не испробовал. До этого момента это неплохой прием. Ладно, берем войну. Не то. Так. Оба раз. Оба два. Три. Погнали. Это довольно просто, ничего нового. Здесь мы, следовательно, закончили. Вот это что такое? Теперь идем сюда. Здесь уже порталы. И там можно взять бомбу.
Эту бомбу, видимо, нужно бросить сюда. Ну, давай. Так, на что уж надо нажимать? Раз. Два. Дальше берем войну. Хотя перчатка у всех же есть вроде и так. Да блин. Взрыв. Этот изношенный кристалл похож на часть замка. Ну вот, еще один надо найти. И он у нас вот здесь. Вот здесь мы целую кучу всего пропустили, но это... Нужно два ключа иметь, чтобы туда попасть. А вот здесь, кстати, есть ключ. Может, попробовать вернуться? Ладно, вернусь потом. А где я еще один переход видел? Я туда еще не стал идти. Блин, я заблудился. Вот он, наверное, да? Ну тогда все нормально. Порталы. Ну ладно, давай сначала вот этих убьем. Придурков. Все, я зарядил двум этих демонов. Это классно. Так, а давай мы вот так вот сделаем. Теперь осталось понять, что от меня хотят. Рукой-то он не достанет. Может, пальнуть надо? Стойка. Не, не достает. А если война, вот эту штуку свою бросит. Зашибись, не промазал. Круто. Взяли. Нас не закроет здесь? Это будет неприятно. Все, мы все собрали. Ясно. Это лучше не трогать. Давай открывай. Крысы. Только и могут крысить. Сейчас вы все умрете. Как вы вообще смеете нападать? Кто вам разрешал? Никто. В чем тогда проблема? Что не так? Я не добить хотел, ну ладно. Это тоже неплохо. У меня псина так не вовремя влезает. В последний момент просто. Какая-то она у меня трусливая. Так. Можно вернуться сюда. Стоп, это куда ведет? Куда надо? Где те монеты? Как до них добраться? Они наверху, до них надо как-то прыгать. Вот. Все взяли? Их довольно много. Можно вернуться вот сюда за ключом. А потом попытаться открыть вот это. Было бы неплохо. Также здесь есть сундук. Не то открываю. Вот здесь, наверное. Или не здесь. Я здесь был?
Я же это открыл. Да, я здесь был. Я вон куда уперся. Ну ладно, давай, я сюда тоже хотел сходить. На разведочку. Проверить, что к чему. Где я что пропустил? Да блин, я не ту кнопку нажимаю. Там дальше у нас арена. Подняться просто так у меня теперь не получится, что ли? Ой, зашибись. А как я до этого туда добежал? Я вон оттуда, видимо, спрыгнул, да? Сейчас бы коня. Да помощнее. Так, скачем. Не, а как я туда добрался, я уже не помню. Отсюда-то я явно не допрыгну. А, здесь я дохну. Ладно, это все не важно. Куда я хотел еще сходить? Я хотел за ключом сходить. Вот ключ меня больше волнует. Трясина. Если верить карте, то он где-то... Что я там сделал? Я взял монетку или что это было? Такая карта неудобная. Но по сути, я вон там внизу взял. Да? Нет? Да. Мне кажется, зря я все это замыслил, потому что опять здесь эта штука. Я про нее успел забыть. Такие штуки я ломать не умею. Или умею, но не знаю как. Как это работает. Погнали отсюда. Все меня здесь только обижают, пытаются убить. Глупые козлы. Гробница, погнали. Так, не сюда. Но почему вот здесь нельзя скакать? Какая разница? Стоп, это вставлять надо или что? Открыли. Заходи. В воздухе холод. Мы приближаемся к чему-то мощному. Сбегать за одеялом? Можешь сбегать за одеялом. Это было бы неплохо. Вот это что такое? Адским пламенем заклины. Ходоки ужаса, их три, хозяин их цел, пока живы они. Их сила почти безгранична, пока слуги будут стоять. Ни демону, ни человеку с этой силой не совладать. Мило. Предвкушаю веселье. Но ведь одного я уже убил, по сути. Надо еще двоих замочить. Я куда-то заходил, там второй был. Я сейчас вот здесь. Раз, два, да? И вот этот финальный босс. Нет, это сундук с оружием. Ладно. Как вас много. Вы меня задолбали. Лезут и лезут из всех щелей. Сколько вообще можно? Угомонитесь, успокойтесь. Вы мне не интересны. Лошадку вызвать я не могу. Придется так переться. Запирающий механизм. Нежить буквально безмозглая. Он где-то рядом. Вот это что такое?
Блин, а ты не можешь забраться? Это, наверное, как-то поднимать можно. Часовня. А выйти я теперь не могу? Так, их много. Здесь есть портал. Вон, вижу монету. Монеты, это хорошо. А второй где портал? Ладно, давай первый здесь установим. Потом уже второй, когда его найдем. Или это первый босс? Я думал, надо троих скелетов убить. Не, ну это слабак. Это не босс. Стоп, из него что-то вылезло. Вот эту штуку надо убить, эту долбанную блоху. Я передумал, он сильный. Да сдохни же ты. Использовал хилку. Отвалите. Или все равно. Задолбали. Чмыри. Почему я страдать должен? Заново наберу. Должник взаимодействия война. Исцеляет обоих всадников на 20% от их максимального запаса здоровья. Взаимодействие раздора увеличивает урон взаимодействия раздора на 5%. Надо в эти ядра зайти. Ядра. Вот сюда я могу вставить. Скелет-солдат увеличивает шанс выпадения сфер гнева. Убийство врага увеличивает скорость передвижения. Количество душ... Ясно. И взаимодействие. Как оно вообще работает? Я-то один бегаю. Пусть будет вот это. Шлаковый демон. Так, след из лавы. Война может заблокировать. Это фигня. Пока навык активен, получаем урон снижен на 10%. Увеличивает силу гнева на 5. Ну давай, прокачаем это. Погнали теперь в эту сторону. Пусть будет так. Нежить пусть будет. И вот сюда можно еще что-нибудь вставить. Каменная кожа. Пусть будет каменная кожа. Что это за кожа такая? Стоп, а война? Здесь оружие у нас, да? И мы сможем той штукой пользоваться странной. Сотрясающая перчатка. Используйте силу сотрясающей перчатки, чтобы разбить кристаллы тряски и включить наземные переключатели, находящиеся поблизости. Также может быть использовано, чтобы сокрушать врагов и отбрасывать назад мелких противников. Сотрясающая перчатка. Экипировать. Перчатка. Это будет забавно. Как будто тебе нужен повод для драки. Это неплохо. Назад только не хочу возвращаться. Но теперь можно это сделать. Потому что там как раз много зон было. Да ё-моё, ты издеваешься?
Да ты придурок, я тебя убью. Пошел вниз. А ну пошел, прыгай, блин. Тебе повезло, я бы тебя скинул и оставил там. Так что скажи спасибо, что ты сдох. Вот это мы можем теперь уничтожить. И здесь сундук. А вон портал. Вот это надо зажечь, судя по всему. Да блин, давай. Дальше он не кидает. Оба-на, так, оказывается, тоже можно. Ладно, теперь это надо поджечь, я так думаю. Война. Да блин, пометь. Зажглось там что-нибудь, нет? Стоять. Бей как следует. Зажглось. Что это такое, непонятно. И зачем это нужно? Блин, надо было в портал прыгнуть. Но здесь нифига нет. Ладно. Так. Давай заберемся, что ли. Да блин. Овощ! Он застрял! Все, теперь можно и сюда пойти. Зачем все это? Монеты. Может, надо... Да блин, ты издеваешься, надо было хватать. Сейчас все будет. Я же нажимаю нужную кнопку. Или ненужную. Что-то ты не то делаешь. Нажимай уже! Алло, война, прием. Как слышно? Ясно. Сдохни. Ты это заслужил. Ты должен был не так действовать. Ты должен подлететь и схватиться. Да хватайся. Что? Вот эта кнопка. Вот, вот она. Аллилуйя. Не прошло и года. Круто. Молодец. Война, ты приемный. Быстрей. Тут же на время. Ноль монет взял. Насрать мне эти монеты. Пусть и дальше висят. У меня их целая куча. А вот здесь уже ключ. Это поинтереснее. Взяли ключ. Теперь сюда. Не достану. Теперь надо поторопиться. Стой, как отклониться?
Да блин, серьезно, там также надо подлетать? Я не успею. Почему он иногда бьет вперед, иногда вниз? Зашибись, ты реально приемный. Придется хилку использовать. Вниз бей. Вот сейчас я, по сути, ничего не нажимал, он ударил вниз. До этого он ударил перед собой. Сейчас также. Я ничего не нажимал. Сейчас он перед собой бьет. Что за странная ерунда? Быстрей. Да ну нет, я что? Должен это за пару секунд делать? Вы что, издеваетесь? Ты можешь запрыгнуть? Он может и просто так запрыгнуть. Ты что, дурачок? Почему ты раньше об этом не говорил? Да боже. Как меня бесит это управление. Нафига я сюда полетел? Ну, одну я взял. Все, у меня есть две монеты. Хоть не с пустыми руками отсюда уйдем. Несмотря на то, что они мне вообще не нужны. Блин. Почему он рывок вниз делает? Я не пойму. Может кто-нибудь объяснить, почему он... Я нажимаю одну кнопку, я не держу другие кнопки. Вот сейчас он даже не зацепился. То он слабее летит, то он выше летит. Я здесь уже полдня торчу. Быстрее. Но сейчас-то я, по сути, должен успеть. Отталкиваться мне не пришлось. Цепляйся. Я уж думал, он грохнется. Ура, я хоть куда-то вышел. Я уж и свою цель-то забыл. Застрял в этом месте. Не знаю, насколько. Все, здесь навсегда открыто. Зал. Тут настоящий лабиринт. В плохом смысле слова. Хотя других и не бывает. Так, а это мы зачем ломаем? Извините, но я с вами не хочу сражаться. Но придется, ладно. Вы те еще крысы. Которые бьют в спину. Вас никто не любит. Тут очень много хилок. Хотя у нас в западне, видимо, сидят пацаны. Ну что, долго сидеть собираетесь? Так. Это не ломается? Куда это вообще ведет? Здесь я не был. В той части был. А в той части я почти все собрал, кроме одной ерунды. Стоп, а где... А, для этого надо выйти, да? Да блин, просто ударь вниз. Меня волнует, на время он это открывает или навсегда. Один единственный вопрос. Так.
Зашибись. Этот готов. Ну, а потом надо будет по двум кристаллам просто ударить. Да, туда мне нет смысла возвращаться. Все, мы уходим. Мы убираемся отсюда. А здесь тупик, он туда не может пройти. А, может. А дверь открыть не может. Очень странно. Может, я слишком близко подошел? А, ну вот, выбил. Под шахтой. Стоп, а то куда вело? Погоди. Это жизнь. Это жизнь. Да задолбали. Просто умри. Здесь портал, очередной бомба. Что нас там ждет? Рычаг. Здесь рычаг. Это на время или навсегда? Открывается тот. Да блин, задолбали. Я на вас даже внимания не обращаю, настолько вы жалкие. И их тут реально очень много. Уже задолбался их убивать. Погнали. Открываем это. Овощи, отстаньте. Так я смогу подняться и выйти. Давай попробуем. Только поторопись. Поторопись, говорю. Эти лошпеды меня откинуть могут. Поганые твари. Придется все повторять. Так. Теперь это. Главное успеть. Мне никто теперь не должен помешать. Все супер. Спрыгиваем. А, вот здесь сократить, наверное, можно было. Но я успел. Портал. Как хорошо, что я не ставил там портал. Да. Ладно, сейчас поставим. Туда-то вернуться легко. Надо просто прыгнуть в портал и все. Почему он цепляется сбоку? Это неправильно. Совсем, что ли, с ума сошел? Так, а бомба мне зачем? Может, я не успею без нее? Типа, кидаем. Зашибись. Так как неудобно целиться с этого геймпада. Стоп. Мне ведь надо... Какой рычаг дернуть? Вот этот? И в какой последовательности это исполнять? То есть вот это мы открываем. Быстро бежим. Хватаем вот это. Кидаем.
Быстрее, быстрее, быстрее! Отстой. А если наоборот? То есть сначала мы это открываем. Потом бежим сюда. Открываем. Но только быстрее, не тормози. Главное успеть вот это перескочить. Все, я успел. Еще и куча времени осталось. Вот с этим пришлось попотеть, да. С этим покончено. Берем войну. Все. Усыпальница владык. Здесь у нас сундучок. Убить повелителя ужаса. Мы все собираем. За это спасибо. Хилочку не трогаем. Блин, да ты же сдох, что ли? Вот это что такое? Я просто хотел посмотреть. Светится так. Все, погнали. Можно его лупасить. Я искупаюсь в твоей крови! Тебе, кстати, не помешает. Очень уж дерьмом воняешь. Это он и есть? Так он такой же, как тот. А, это второй ходок просто. Мне же еще третьего надо убить где-то. Ну все, зашибись. Просто умри. Ладно, берем второго парня. Так холодно. У него не накопилось. Его вынесли. Заново? А не слишком ли он читер? То есть он одним таким своим чмошным ударом убивает вообще жестко. Сколько он выносит? Половину? Тебе, кстати, не помешает. Очень уж дерьмом воняешь. Да. Если постоянно его лупасить вот этим сильным ударом, может, больше можно вынести? Ну все, он где-то там наверху. Тьма! Тьмы больше нет! Иди сюда. Ты, лошпед, сюда иди. Сейчас сдохну. Хилка. Хилка. Я же использовал хилку. Боже, убегай. Ой, лох, что-то не получилось, да? Если я сделаю вот так. Ну как-то слабо на самом деле. Не самая мощная атака. О, можно добить. Я хочу вашей крови. Два есть, еще один. Какие ужасы пали. Белиал уязвим. Я бы пока не стал нападать в лоб. Сперва надо разобраться с его оружием, чем бы оно ни было. Не перестаю удивляться, что Люцифер взял в помощь такого болвана и обжору. Он всегда ведет двойную игру. Уверен, мы поймем, почему Белиал так важен. Но наверняка будет уже слишком поздно. Разве я троих убил? Я же убил двоих скелетов. Так, смотрим. Карта. Здесь сундук должен быть. Нельзя же его пропускать. Видимо, когда я сдох, мне его не засчитали. Также, я думаю, вернуться на старые локации. Не могу лошадь вызвать. Беспредел.
Так, валим. Здесь у нас много чего было. Я уж всего и не помню. Вот сюда, например, можно сходить. Лошадь не вызывается. Так, я не туда попёрся. Это единственный способ передвигаться быстро. Вот, теперь можно. Мы гоним сюда. И ломаем это. Да блин, слезь. На старой локации я не буду возвращаться, чтобы такие ломать кристаллы. Не так зашибись. Так, я попал куда надо или нет? Я попал вот сюда. Я не могу карту открыть. Вот здесь монетка, вот здесь подъем. Ну или не подъем, а что-то есть, скрывается. Может здесь? Я ведь для этого сюда вернулся. Нет, я ничего не вижу, вообще ничего. Где это находится? Как туда попасть? Может здесь все-таки где-то? Но нет, это уже круг. А это намного раньше начинается. Что еще у нас здесь на этой локации осталось? Только один этот жалкий сундук был? Нет. Можно тогда сходить дверь открыть, где она была. Здесь ключ. Непонятно где. Здесь я только что был. Да погоди. Я вспоминаю. Дверь-то где была? Я вообще не помню. Ну вот, здесь надо подняться, наверное. У меня же два ключа, а то вдруг сейчас окажется, что один. Будет неприятно. Да, у меня есть два ключа. Теперь ноль. Но зато попали сюда. Может, здесь будет что-то ценное. Пустой сундук. Пустой сундук. Пустой сундук тоже. Нет. Ну вот эти, наверное, пустые. Ну блин, отвалите. Я два ключа за это заплатил. Почему я не могу насладиться этим местом? Тупые дикари. Тьма. Тьмы больше нет. Да успокойтесь вы. Что вам нужно от меня? Мне написано воскрешение ограничено, следовательно, если я еще раз сдохну, меня больше не воскресят, я использую хилку. Или имеется в виду, если мои два персонажа сдохнут. Но вот здесь по-любому что-то должно быть. Этот сундук так хорошо стоит. Так, монеточка. Плюс вот это надо взять как-то. И вот сундук. Пустой. Блин, а как туда запрыгнуть? Стоило ли два ключа того? Уж не знаю. Гомункулы тупые, отвалите.
Открой карту. Здесь только эта штука и осталась. Я не знаю, как туда добраться. Здесь много скелетов. Противных уродов. Все, никто не помешает. Вот это не кнопка. Нет какой-нибудь платформы, которая меня туда подкинет. Может, по камушкам. Ну давай, тряпка. Давай. Я ведь уйду отсюда без этой фигни. Мне все равно. Вот здесь есть подъем? Да, здесь есть подъем. Где выход? Все, наверное, можно теперь отсюда сваливать. Ничего больше такого ценного здесь мы не найдем. Открой карту. Ладно, давай сбегаем сюда, в начало. Вызови своего коня только. Может быть, вначале были такие кристаллы? Да, вон наверху есть. Так, теперь стой. И вот этим мы не могли воспользоваться. Да ну овощи, я вас всех убивал. Серьезно? Нафига вот вы идете сюда? Не допрыгнул. Ясно. Этот прием очень странно работает. Почему? Вот я стою на месте. Нормально. Может, я случайно нажимаю кнопку вперед? Так. Да ну нет. Война. Все, вот это мы ломаем. Берем жалкую монетку. И это где я? Здесь ключ где-то. Ладно, надо их убить, а то они меня скинут. Придется заново забираться. Жаль, я на раздора нашел ту штуку. Теперь у раздора три полоски с яростью, а войны всего две. Хотя я играю в основном за войну в последнее время. Все. Один ключ нашли. Дальше у нас какое-то место еще, в котором мы не были. По сути, это место ведь вообще не обязательно. Сюда можно не возвращаться. Они его сделали. Так холодно. Это неплохо. Он сейчас вперед долбанет. Стоп, а что мне надо сделать сначала? Как это убрать? Стоп. Ты будешь скакать от стен? Блин, тоже на время. А сколько у меня времени? Вот, например, я просто бегу, наслаждаюсь жизнью, кайфую. Этот чмошник решил по-своему поступить. А зашибись. Тупой бомж. Ну вот зачем он это делает? Зачем он стреляет вперед? Сейчас все будет. Сразу спрыгиваем, и эта штука сама опустится.
Подходим. Бьем. Все. Блин. О, боже. Он такой дикарь. Почему он сдох? Меня заспавнили в самом начале. Ошибись. А почему он сдох-то? Обычно, когда я падаю, все не так происходит. Да беги. Я ведь запрыгнул. Он просто не зацепился. Почему он не зацепился? Я же прыгнул. Зашибись, хоть сейчас смог. Дурачок! Как он меня начинает бесить. Почему ты такой инвалид, криворукий? Я же нормально нажимаю. Лучше бы я сюда не ходил. Мне это место уже задолбало. Тут не лучшим местом реализовано все это. Все через жопу. Мне надо было так прыгать? Фух. Я уж подумал, не допрыгнет. Один есть. Вон там эта тупая монетка. Или это сундук? Или это монетка? Монетка. Просто отвалите. О, зашибись. Я могу в них что-нибудь кинуть? Где я появлюсь? Пришлось зелье использовать. Они настоящий биомусор. Монетка есть. Я просто боялся, что не допрыгну. Поэтому прыгнул отсюда. Почему я не открываю карту? Зачем они сделали на одну и ту же кнопку вернуться, блин, и открыть карту? Я нажимаю одно, он делает другое. Видимо, сундук появится, когда я убью этого гада. Да куда ты меня скидываешь? Сейчас тоже будешь меня скидывать, жирный дурак? Где твой дружочек маленький? Да ну нет! Почему бы здесь заборчики не поставить? Сдох. Осталось жирного убить. Давай, бей. Угу. Надеюсь, это того стоило. Так, доспехи разбойника. Увеличивать шкалу здоровья раздора. У меня 5 штук их теперь? Или нет? В общем, если судить по карте, я много чего нашел, практически все, кроме вот этой ерунды. Непонятно, где это находится вообще. Поэтому возвращаемся. Всадники одержали верх над ходоками ужаса и вернулись в пустоту, чтобы найти путь в царство Белиала.
Надо пойти поговорить. Вы вернулись. Похоже, я ненавижу эту часть ада. Итак, что вы узнали про оружие Белиала? Люциферу удалось открыть портал в Эдем. Вся вода оттуда теперь попадает в большое озеро в аду, где Белиал оскверняет ее, превращая в горящий яд. Это непростительно! К сожалению, сам портал нельзя закрыть. Однако, вы можете уничтожить механизм, вырабатывающий яд. Нам срочно нужно туда. Эдем уже достаточно пострадал. Я должен предупредить, что место... Живей! Как пожелаете. Открыто новое задание, но проходить его мы будем уже в следующий раз, а пока что на этом можно закончить. Пока!